Два, наверное. Все? А сколько при поехали? Когда ты нам рассчитывал? Я предполагал, вот этот мешок хватит на 250 квадратных метров. Не видишь? Нет, не вижу. Я тоже что-то не вижу. Так, нет никакой пыли, вот даже издалека. А, бля, я что, ничего не снимал? Ой, балбес. Я, прикинь, ничего не снимал. Так, ну ладно. Это интересно. Ну вот, демонстрация. Да. Так. Да, прекрасно. С флипчиком. То есть подметальная машина с флипчиком. А ну-ка чуть-чуть назад. Что там? Да, они есть. Они есть. Давайте, может, посмотрим, что здесь, в баке. Они почти нет. Есть. Где-то половина, столько же, сколько там. Она трудно их закидывает. Да. Они, наверное, мелкие. Можно меньше это сам. Ну видишь, без щетки не обойтись. То есть оно делает свое дело, и флипчипы работают. Да. Видно, что они работают. Подожди. Что это? Что-то нам не надо. Вот остается такая. Конечно. Вот видишь, практика показывает. Можно меньше сыпать, во-первых. Клипчиков меньше можно сыпать. Значительно. И вот ты прошел, смотри, ничего, полоски практически нет. Слушай, она собрала все. Да, вот видишь, потому что повторно. Она закидывает. Вот практически ничего нет. Может быть, его не так сильно раскидывать? Ну мы же попробовали, я не знал, сколько кидать. Вот, попробовали. И они работают. Причем, кстати, можно и той системой пользоваться. Система, ну, дорожки. То есть высыпал сначала побольше и иди. Ну, не знаю, насколько оправдано. Не надо два раза ее делать. Ты не понял. Мы сначала думали пыль собрать. Да. Нет, один раз рассыпал и просто. Да. А? Да. Смысла нет. А зачем второй раз? Что ты имел в виду? Надо пыль собирать. А, ну да. Вначале, я понял тебя. Вот, пошла запись. Итак, проводим тест суперопилок. Желтый цвет предназначен для бетонных покрытий. Куда? Выбирай сторону, в какую. После того, когда они впитают грязь, они должны почернеть. Соответственно, собираем в мешок и выкидываем, накидаем новые. Теперь без отила. Она впитывает пыль вот в эту штуку. Да. А там нет, пыль не убирает, и пыль. И соседним рядом сам попробуй. Как показывали, они знают, от себя. Хорош. Ну да. Понятно, принцип работы.
Ну, он впитывает пыль, понятно. Да, потом, если хорошо подмести, смотри, а соль какой. Или что-то бетон? Не, а соль. Да, и пыль не собирается. Бетон. В общем. Вот разница. Смотри, вот здесь видишь, а там чисто. Ура! Это от обуви у тебя. Дай там. Да, супер.